Высший пилотаж. 17 февраля на станции юных техников прошли соревнования по авиамоделированию. Их посетили более 100 человек. Это воспитанники учреждения вместе с родителями, а еще гости из Челябинска и Еманжелинска. У нас сегодня были соревнования по простейшим летательным планерам. На самом деле мы использовали и готовые, вернее, ребята использовали готовые планеры, которые они делали ранее. Также в серии мастер-классов мы собрали самолеты из наших заготовок. И ребята, ну, некоторые из них даже впервые сделали свой первый самолет и запустили его. Мероприятие было хоть и городское, то есть городского уровня, но мы сделали его открытым. Мы очень рады, что к нам приехала отличная команда из Еманжелинска. Там прям ребята замечательные, собрали очень много призовых мест. Были ребята из Челябинска, ну и, конечно, Копейск представил очень много своих юных авиамоделистов, юных спортсменов. В соревнованиях приняли участие дети в возрасте от 7 до 16 лет. Были и семейные команды. Юных авиамоделистов оценивал Иван Чигинцев, кандидат мастера спорта по авиамодельному спорту и педагог доп. Образования по авиамоделизму Дмитрий Адищев. Очень радостно за подрастающее поколение. Во-первых, это наши будущие инженеры, это наши будущие пилоты, это люди, которые просто будут уметь делать что-то своими руками. И мы надеемся, что масштабы наших соревнований будут расти, расти и расти. У нас область большая, и я знаю, что авиамоделистов везде хватает, поэтому мы будем приглашать всех. Массовость в нашем спорте лишь объединяет людей, заставляет детей двигаться в правильном направлении, в техническом развиваться руками, умственно. Это вроде бы, как говорится, маленький самолетик, когда-нибудь приведет их к большому самолету. По завершению мероприятия прошло награждение победителей. Так как соревнования вызвали большой отклик, было принято решение сделать их традиционными.